Мир вам, друзья. Сегодня буду играть на... Смотри. Странное дело. Сегодня буду играть на Герридж Гернауте. Играю один, играю в пати с... С Али. Что я... Ну ладно, и так забрали. Будем считать, что я попала. Это действительно очень забавно. И этот феникс, который соло качает в трескиллы и гранату, улетающая мимо, и я, раскрутившийся до того, как это было нужно. Ну ладно, бывает. Ничего страшного. Так, давайте... Хотя так ли мне нужен этот рейзбенд, если сравнивать с Russian Faze'ов? Наверное, давайте Rush Faze'ов, потом стики, потом рейзбенд. Опять же, чуть-чуть после того укрепиться хочется. Отвози тогда, раз он один. К сожалению, Аля выполнит. Это Аля с Cousin Life, кому интересно. И из-за этого мы очень долго договаривались о свапах. И поскольку я не был уверен, что я иду с ней на одну линию, мне пришлось купить саму себе танка. Покупать саму себе танка всегда очень больно, очень страшно. А-а-а. Откуда он выс? Стоило мне прокачать, собственно, третий вместо второго. Очень вовремя Баунти Хантер вернулся. Курьера сразу резанул. На третьем сразу же убиваем БХ. Закажите гранатку новую. У меня... Да, до третьего еще долго. Не переживай. Их нет. Ну, в кикбай сразу как появится. Чтоб никому не досталось. Так надеялся на крит. Так надеялся на не крит. Лотос на подходе, я за ним почапал. Хорошо. Насколько же я терпильный и резко стала линия. Про Алю не договорил. Аля с Good In Life, но у нее еще есть Twitch канал. Я ссылку в описании оставлю, но я всегда оставляю ссылку в описании с опознанием. Так что напомните мне, пожалуйста, если ее там нет. А я знаю, наверняка ее там нет. Ни разу еще не было такого, чтобы я с первой попытки оставил. Давайте немножко разорву дистанцию временно. Не стрелять. Голуби не так долго длятся. Сможем попробовать сейчас Баунти Хантера, как ближе подойдет. Очуметь. Флай, ему дэмэджа не хватит. Ай-яй-яй, не спот. Только откатился. Ну, опять же сдохнем. Да, я видел. Экспу очень хотелось, конечно, эту новость, но все отлично вышло. Для этой ситуации вообще пушка. Не один рейсбенд, опять же, это и скорость атаки против Феникса, это и броня против дровки. Ну и просто приятные статы. Да что, экспы пока они не вернулись. Можешь так, но и пока средний спот вот здесь. Крита давно не было. Как будто бы заряженный. Нам нужен новый центр. Это стоп бы себе еще взял. Они отвозили. Крысята. Скидывай флай, скидывай флай. Он понимает, что скинет флай и закончится сразу же. Не в КД. А что с радиусом? Я однажды... У меня одна игра на Феникса. В сингл драфте я его пикнул, когда работал на пробустинге.
и взял заказ на отмывание ЛП. Я за весь лейнинг не попал ни единым петухом, потому что у них радиус был вот такой вот. Вот такой. А этот видали, он вот в таком вот радиусе пистон... на того сделал. Вещи плохие. Я купил Грейм очки за 300. Стойте, не поздравляйте меня, ведь они оказались кривыми. Вы знаете это ощущение, когда они давят на висок с одной стороны и чуть не падают с другой? Мне срочно нужны деньги, чтобы экстренно купить новые. А значит, я буду молиться макаронному монстру, чтобы он даровал мне победу на народном батл-пассе от атеистиков. Анонсированный призовой фонд – 2 миллиона. И они уже собрали 1,5 ляма. Грайм очкам – быть. А на что выигранные бабки потратишь ты? Вот один простой путь, как увеличить свои шансы бесплатно. 3 подписочки на 3 социальные сети – это уже 3 билета. А следовательно, 3 шанса на победу. А еще билеты даются за тысячи коины, падают с рундучков и даются за другие активности. Прямо сейчас ставь видео на паузу и подписывайся на тестиков, чтобы бесплатно поучаствовать в розыгрыше. А если хочешь еще больше халявы, то напоминаю, что тести позволяют грабить себя уже 3-й месяц, ведь раздают до 14 бурундучков каждый день. И стоит это счастье 0. Ровно 0. В описании ссылочка и промо на бесплатное открытие и бонус в 15%. Стиль терпит на Феникса. Я отведу. Давай. Как же хочется его убить. Вы даже не представляете себе. Чутка. А, все равно. Забылась. Да бывает. Можешь быканучить на него. Раз первый, второй. Может, что выйдет из этого. Все-таки наигрался. Умничка. Вар на последней секунде отведу ей, чтобы она похилилась. Убиваем. Я смотрел на мид. И у меня нет стану. Ну, крипы. Что-то плохое задумали здесь явно. Спасибо. Я до базы. Я до леса, походу. Здесь мой энерген огромный. Сейчас хилинг кварт поставлю, еще и может на нейтралку пропрет. На нейтралку действительно проперла. Подожду, пока Феникс вышлет линию в мою сторону. Скорее всего, он просто будет стоять, качаться, кайфовать. Посмотрим. Я сделал куда-то. Я отправляю курьера за кранокопией. В принципе, нетворс хороший. Могло быть получше, но я, опять же, не игрок совсем на сайдах. Я всю жизнь в миде провел. Несмотря на то, что мне больше всего нравится в харде играть. В харде, очевидно, не играю, потому что мид смотрит лучше. Значительно лучше. Я не, кстати, пушит, но как-то... Нерасторопно. Желез сейчас так работает, особенно в этот боковой. Что я беру точно такой же кач здесь Бахамид и при этом не рискую. Что какой-нибудь баунти хантер. Ромчик тоже девочка, у нас Вадим Ромчик. Откуда инфа? Она войс сказала девчачьим голосом. А, я не слышал. Я возвращаюсь на линию, как только он ее спушил.
Интересно, что без Транквил. Я что-то не помню, какой у него был режим. Давай. Хорошо. Спасибо. А ты что сказал, или Ромчик? Ромчик. Да, нормально у вас дуо. А я офигела. Вообще шансы на тэп-аут были. Но я увидел поздно, поэтому... Поздно и сказал. Так, корнокопия летит. Моргнуть не успеете, как я буду фоловым. Ой, пизда. У меня нет достов. Я тоже на этот раз без них. Что за радиус, вы видите? Стой. В каждой игре одно и то же. Мне показалось, что стак заруинил кто-то. Похоже, не подо мной сейчас. А если подо мной? Если подо мной, похуй. Так, давайте закажу подо мной БХ. Какой на бот сделаю, как выйду. Наверное. Блять, я видел камень причем. Я из-под магнетайза вышел. Все, магнетайз закончился. Можно вычить. Достав курьера. Он супер шустрый под треками. Но лучше возьму то, что безопасно, сейфово и гарантированно. И наконец-таки стадия лейнинга заканчивается. От лейнинга совсем не кайфую. На сайдах особенно. О, полетел, побежал. Не хочу пробежками заниматься. Лучше сразу выкануть здесь на вышку. Пока есть инфа, пока есть гарантии. Феникс без ТПшки. Сука ты такая. Пошли хуй отсюда. Пришел нам. Я пойду регенку с крышу. БХ взял регенку. Пошли танцы. Так, раскручусь, чтобы с трека он не ускорялся. Но там как будто бы другие треки есть, да? Рубик из инвиза сейчас может застанить. Какой же мрак. Бежит поддержка. Ладно, все. Поминки. Так, талант на атрибуты, очевидно. Я на время подумал, мало ли ситуативный крит понадобится.
Не думаю, Хеленкварда в тройку мне хватит. Возьму манту. Игра против земель. Я уже думал, с причиной смерти Рубика стану хотела зонить. По итогу сюрикен только принес. Как же шарда не хватает. Очень люблю шард. Скираса в этой игре однозначно буду играть. Тут выбор без выбора. Против дровки. Меня не спрашивают, какой билдак я хочу делать. И казнь громозавра более-менее удается. Лейновый фарм перед сапиком. Так что ничего страшного, что я не на лейновом фарме сейчас. Кстати, а потом можно пройтись. Двину катапульту. Еще сделаю пару хитов. Визницу? Нет, Макшиной. А как-то тогда так вышло. Видимо, на мини-карты долго не смотрел. Мне показалось полсекунды файта, и все, и нет моего героя. Ну, моего не в плане моего, в плане моего. Ну, вы поняли. Погнали сюда помогать. Курьера ускорю. Так, смог влево. Курьер справа налево передает шмотки. Какой же кач нереальный. Я залутал два фрага на ровном месте без предпосылок. Еще и огромнейшую пачку змей. И погнали нейтралки на команду выпьем. О, Акирасу можно сразу по саманты попробовать, потом взять Аганим. Но к той стадии Аганим уже не будет дамажить. Без ДПС айтемов. Бабочка еще очень интересно звучит. Бабочка гораздо больше ДПСа против Кирасы, но бабочка никак не помогает против дровки. Вот какая беда. Ультимативной тычкой она пробьет и мисс, и вот эту вот белую броню. Драгон съел бы по-хорошему сюда. Давай с кепкой сыграю. И обратно на древних. С древних можно будет на мид выйти. Да давайте сразу в мид. Слишком уж большая пачка, тем более активные руны по пути смогу посмотреть. Ставьте варды, тут варды стоят. И давай за талант Хеленкварт. Нихуя он приставучий на ВР-ке. Вот здесь вижу. Help. Хорошо. Хеленкварт решал, Хеленкварт решал. Вообще волшебно. Не успел никак. Ты заколебешь.
нам очень не хватает. Давай сразу кирасу. Потом я что, блин, я задумаюсь. А, у него же Night Vision повышенный. На чё вообще рассчитывал? Диспелю трек. Свап. Ай-яй-яй. Свапа Кастрэнджа даже больше. Мам. Так, через Blade Fury мне ТП-шку никто не сбивает. Хилингвард, заработай. Очередной раз. Насколько я обожаю Джиггернаута за Хилингвард в первую очередь. Я на тебя иду. Нихуя ты, бык. И погнали на команду переключать. Анонимный? Ничего себе. А стоп, он через БКБшку тоже ворует? А, ну это же надо, еще бы он через БКБшку не воровал. Так хочу на БХ играть. Каждый раз, когда реагую игру, я такой, это было антихантера бы сюда, блин, антихантера бы пикнуть. Прошу, изгоняем? Ромчик восстановит ману и... Мне кажется, из Роша. Я подлетаю? Перепрыгнул. На дровку переключиться. Огоним бы, огоним бы. Тебе, к себе. Видишь, моя умница, Ромчик. Да, ребят, возьму. Санкер, пойду. А, врешпит. Отпустишь топ на линию. И, может, травла сначала? Я нормально. Выходите отсюда. Погнали, врешпит. Так, с кирасой рош дэмэдж вообще колоссальным будет. И погнали, агоним. Башек может попробовать. Или нафиг. Нафиг. Понятно. А где мой хилинг парк? Прошу закрыть сагрос на хилинг парк. Я не знал, что он еще агрит на хилинг парк. Стихи буду выкладывать. Жрезбен нереально много дает. По топу пройдемся. Топ самое безопасное числение. Не, на мини-карте как будто кто-то померещился.
не понял, где. Попытка подо мной, но видел Баунти Хантера, а Баунти Хантера я видеть не мог. Хотя мог. А вдруг он просто без инвиза ходит, себе кайфует. Совсем не исключено. Интересно, связан ли как-то никнейм... В Эрке. Да, по-моему, не так уж. Ой. Это они, по-моему, далеко заходят. Хит. А чем они этот файт выиграли вообще? Вампиризм или Блэйд Фьюри? Думаю, вампиризм. Пойдем Т2. Не бей просто, подожди, пока шаман на меня прыгнет. Если прыгнет, конечно. Вроде до сих пор этот бой с глифом работает. Здесь... Давай выходим отсюда просто. Пошли они нафиг. Как же я хочу материться. Еще жрут такие таблетки, с которых вообще хочется баунс сделать в окошко. Чуть позже расскажу, может быть, в телеге. А спасать? А нет, не спасать, убивать имею в виду. Ничего себе, они нарезают. Вадимка, не забывай здесь смоки покупать. На горку поднимаемся. Пока они там заняты Рубиком. Можно просто так отходить, поправить в себя. Можно подходить и отходить. Отходить и отходить. Скажем, вардом и не героем. Чё ж я вообще не шевелюсь-то? Разбить, разбить! Ново! Скинуться, скинуться! Сейчас хрен пойми куда. Я не полечу. Кингвард есть несы. Потрясающе. Ну и короче, вот эти мои мечты о бабочке. Я, если честно, думал, что я по итогу куплю муншарт. Ну, размышлял, что я куплю по итогу муншарт, но не думал, что действительно дадут. Но теперь видно, что дают. Телепорт нажимать толку никакого. Я вышел, не знает об этом. Выйдите тоже. Руна твоя, Лина. Руна диспела. Нет, руна диспела, да? Я сейчас подойду. Погнали вдвоем, всех перережем нахуй. Подожди, пожалуйста, я, иначе... Ладно. Опа, опа! Страха нет, страха нет, страха нет. Хилинг-вард есть. У меня еще армия иллюзий. Блять, ну откатилось. Мне кажется, это был супер зря. Да, было зря. Позора ноль. Шартик возьму.
Местами сильного не хватает. Против этой 10 мили 3 секунды КД, 2 секунды стана. Талант на Хилингвард. Бессмертный. И погнали к команде. Ты Раша натаймил, Вадим? Опа, нихуя себе. Это что и откуда? А, смакани Ромчика, чтобы Ромчик не могли атаковать. И стой на свайпе против шамана. Просто. Ой, помогите. Мне даже нужна помощь теперь. Бухайте. Батлинг вар стандинг, вер. Резать, резать. Тут вард. Помогите. Как зайди. Надоел. Секунды хилинг варда. Погнали трамя троих. Я мид немножко подвину. Подавали Зенту 2. Они сейчас кормят его нам. Без сопротивления. И потом в решпит вернемся. Там же точно на вылетят. Помогать? Пэл. А за шо, блин? Как ебаной земель в игре много. Они причем они напали в меньшинстве и у них прокатило. Я был уверен, что они в меньшинстве не рискнут. 2 в 3 напали. И выше, как будто так и надо. Ну, решпит почапали. Ромчик, восстанови ману пока. Без тебя справимся. Опа, помогать. Сбейте вард. Что, идем? Ну теперь ждем, наверное, сабиков, иначе нас примут. Стоп, а этот собус работает все еще здесь? Нет, не работает. Ладно, погнали тогда к Вирке. Ромчик, Ромчик, нужна помощь. Как хорошо. А Хекс БХ, да? Да. Да пошел нахуй за всю пуль тебя! Куда ему? Да, БХ. Я приду. Лаба? Да, да. А, чё-то много их погнали сюда. Ромчик без маны, сапки далеко. Сопися, Абилюзио. Абилюзио, сопися. Спасибо. Я попробую иллюзиями позвонить. А, встречайте нас. Не заходи по трекам, не заходи. Кажется, они поняли. А, ну я пытался этим треком изобразить, как будто мы на развороте. Могут так подумать. Шансы есть. Следующий май, потому что мне ДПС нужно взять. Нет, сперва свет, блин, возьму слот фейс. И потом сразу МКБшку.
Т2 упала, Мегас у нас открытая. Не хочу все-таки ни гриф скидывать, ни большую часть этого тавра. Земеля. Активная руна, пойду смотреть. Не поднимайтесь без меня, подождите. И встретите меня, плиз. Не расходясь, умрешь. Тебя тут видно. Переложить бы, а то я сейчас нажму фейза. На какую-нибудь ВР-ку. Или на Лину еще лучше. Наверное, кто хотя бы реально руками бьет. Убить шаманчика. Красавца. Во время ульты больше нельзя прыгать? С каких-то пор? Хелмхварт, 5 секунд. Приди ко мне, Верка. Спасать, спасать. Чё, нахуй тебе позволяет? Ромчика убили? Да. С Ромчиком сидеть? Кто такой, блядь, Ромчик? Ну, на Лине Ромчик. У Лины нет такой. Хотя на самом деле не Рома зовут? Что говоришь? Я не слышала. Тебя на самом деле не Рома зовут? Нет, я Рома. А чё тогда не пусть, пацан, что ты Рома? Нереально кайфовая игра. Опять же, патч-пушка. И всем огромное спасибо за просмотр. Если видео понравилось, обязательно ставьте лайки. Также не стесняйтесь писать комментарии. А в описании ссылка на мой Twitch, скоро буду Киберпанк стримить. Ссылка на Twitch Аля. Отдельное спасибо за лайки и, разумеется, мир вам.